Поворачивайте направо. Едем на зимнюю рыбалку. Привет, не очень, короче, походу. Жопой чую, не доедет он. Ну а что сделаешь, если нету других? Есть, понятно. Мы заехали в 2 из 3 магазинов. 2 из 3. Под потолок. Ну почти. А там у нас что? И там у нас удочка. Везде удочки. Будем сами живца ловить, да, Зая? Крутого живца будем ловить. Да. И его исти потом будем. Не, если плотва будет, то вообще без проблем. Что, ее пожарить на сковородке вместе с ребрами сожрать, очень вкусно будет. Да? Шире, да? Первая зимняя рыбалка. Мы долго думали, мучились, страдали, думали, ехать или не ехать, а проедем мы или не проедем, а что вообще делать? Может, ну его, будем сидеть все выходные и играть в Diablo на PlayStation. Или в гоночки с рулем, коробкой передач и педальками. В итоге, собрав всю свою волю в кулак, всю свою любовь к природе, всю свою нежную, безграничную любовь к этому замечательному, интересному озеру в Тверской области, 4 января мы поехали на рыбалку. Рассказываю на ютубе. Глухозимье нужен бур. Вот это вот, не знаю, как это называется. Жопочесалка. Очистить лунку, чтобы рыба видела, куда выпрыгивать. И багор, чтобы цеплять рыбу, которая сама выпрыгивает глухозимье из речки. Идем пробовать. Лопата оглушать. Стадо рыбы. Да жуть какая, тут болотники нужны. А летом мы здесь катались на лодке. Я даже не знаю, как это все делать. Так. Первая лунка. А, ну давай тогда площадку. Бур. Какой у нас бур? 150. Тонар.
А сейчас в ту? Но? Я, похоже, ножи неправильно поставил. Да ладно. Крутиться он должен. И вот специально я не взял этот. Отвертку? Держи. Сейчас будем показывать тебе толщину льда. Я просто не знаю, как можно говорить. Вот сидел в луже. Но жерлицы ставить точно нельзя. А теперь смотри. Слушай, сантиметров 10 он. Вот. Смотри, там толщину льда показывают для непути. Вот я беру, цепляю за кромку льда. И зацепляю вот здесь. Есть... Сантиметров 20 он. Пришли ловить рыбу. Что делать с этим? Надо снимать видео на YouTube, как ловить рыбу в глухоземье. Сейчас попробуем сохранить вот эту вот естественно снежную преграду. Посмотрим, что будет, да? Угу. Рыба, рыба. Алло. Не, ну реально, это же как-то странно ловить рыбу в таких условиях. Я не поняла, мы на зимнюю рыбалку приехали или нет? Алло, гараж. Интересненько. Эх, на коньках не покатаешься. Подмерзла маленько. Что, куда будем ставить жерлицы? Что делаешь? Продолжаем опровергать лайфхаки с Ютуба. Что делаю? Рыбачу, блин. Зимняя рыбалка. Сука. В чем сакральный смысл зимней рыбалки?
Чернику, что ли? Кофе она жрет. Синичка наркоманка. Кофеиновая. Рыбка. Это сука. А ты говоришь, куда ты будешь вот? 6 рыбин. Как с куста. Главное не прав. Главное не насри на сковородку. За все посмотрела. Синица не такие. Надо колбасу брать. Сумка. Нет еды. Нет еды. Января. Как красиво. Почти как в ноябре, только мы не на лодке, но снег идет так же. Там же. Это не рыбалка. Это отпускание на свободу рыбы. Акция Гринпис. Акция Гринпис, потому что погода хорошая, рыба не ловится. О, смотри как. Дал что? И сматываем. И сматываем. Опа! О, что там? Мы поймали рыбку! Мы поймали рыбку! Держи. Только леску держи. Которую сами вчера и посадили. Вот так выглядит Lucky Fish, который мы купили и теперь отпускаем. Она ушла. Пока, рыбка! Радует больше всего, когда ты достал либо на кружке, либо на жерлице живого живца. Ну, так как щуку я не доставала, конечно, если бы была бы щука, я, наверное, была бы вообще безмерно счастлива и испытала бы серию микрооргазмов. Но пока я радуюсь живому живцу. Потому что, значит, он не погиб. Мы его выпустили в это озеро, и он будет жить. Это клево. Почему нет? Они же ждут, они, может, сидят каждый день, смотрят и говорят, где же Кости с Никой, где их видео про рыбалку? А для этого надо нажать колокольчик и получать уведомления о новых видео на канале. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Да, вот такая вот рыбалка. Веселая очень. Спасение номер... 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Было 10 живцов. На данный момент спасено 7. Плюс 3 еще выпущены из ведра. Соответственно, 10. Интрига! Что же там? Что же там? Есть ли там живец? Что же будет в следующей серии? Как там он? Выжил ли он в этих суровых условиях, минус 4 в мороз, в Тверской области или нет? А, об этом мы узнаем завтра. Здесь мы собираем грибы летом. В этих красивых-красивых маленьких деревцах. Вот они какие.
летом здесь растут белые.